Тренируется в общей группе. Практически восстановился после травмы. Опасный момент. Бросок. Еще добивание и гол. И все-таки четвертая команда по счету смогла распечатать ворота Рубина. Тоже практически с мясом сейчас забивают хоккеисты Молота шайбу. Нам режиссер Александр Лютоев показывает Дмитрия Воробьева, опытнейший хоккеист. Посмотрим на повторах, кто отличился. Воробьев, поигравший когда-то в КХЛ за «Спартак», в том числе. Да, Воробьев там уже с колена практически добивал Воробьев шайбу.